улицу. Вот. Ветка, ставок, насосная станция, городище. Вы все знаете, как ехать на железнодорожный вокзал. С правой стороны небольшой ставок. Он частично отходит потом в дальнейшем в сторону и уже не сюда, где кадмиус, а по той стороне Бахмутки. И вот там нами было обследовано, во сколько там ни велось, древнее городище. Среди материалов, которые говорили о времени этого городища, вот ручка от средневековой амфоры. Да, красноглиняная ручка. Вот фрагмент ручки от средневековой амфоры. А это от кувшинов и кубышек, тоже средневековье. Это материалы, которые говорят, что наш край никогда не был диким полем. Тут всегда жили люди, но кроме того, есть их поселения, могильники. И эти материалы дают возможность очень много говорить. Ну, конечно, если бы они были до конца исследованы, еще лучше. О древней истории нашего края. Я еще раз, это разведки 78-го года, ветка городища.